Всем доброе утро, с вами Олег Рожков. Как я уже сказал в прошлом нашем выпуске о готовке, на дворе осень, это то время, когда хочется вкусно, полезно кушать, греться, бодриться. И сегодня мы снова в гостях у нашей знакомой Людмилы. Привет. И она нам поможет приготовить десерт. В прошлый раз мы вместе с ней делали тыквенный крем-суп, ну а сегодня у нас будет чай. Сегодня мы будем делать конфеты из сухофруктов и облепиховой муки, и облепиховый чай. Потрясающе! У нас все будет сегодня связано с облепихой. Да, у нас будет такая витаминная бомба, потому что облепиха, она является противовирусным, противобактериальным средством. В общем, вот да и просто она очень вкусная, она очень вкусная. Но это кто любит? Смотрите, с чего мы начинаем. Мы можем взять любые сухофрукты, но для склейки желательно, чтобы были финики. Причем мы наши сухофрукты замочили на пару часов в кипятке, для того, чтобы они, во-первых, очистились, да, они были пыльными, и стали мягкими. А ты сказал, для склейки, да? Да, потому что мы будем шарики. А, мы шарики будем делать. Вот оно, да. В чем дело. Да, это рецепт, который занимает действительно 10 минут, не больше. Что мы делаем? Берем финики, очищаем их. Берем курагу, нарезаем. В общем, будем работать в команде. Да, конечно, как и всегда. Как и всегда. Конфеты и чай, который у нас получится. Я так подозреваю, что это тоже нам поможет взбодриться отлично с утра или в обед даже, например. Абсолютно верно. Я бы рекомендовала даже, знаете, кушать это на завтрак, кушать это в перекусах, если вы перекусываете. Потому что тут много калорий, да, у нас есть здесь сухофрукты. Ну и плюс сам вкус облепихи, ты знаешь, да, какой он яркий, какой он сочный. Да, я фанат тыквы, фанат облепихи, поэтому у меня шкурный интерес. И в этой съемке, и в прошлом я специально выбираю места, где можно вот покушать облепихи и тыквы. Слушай, мне нравится наша работа. Да, мне тоже очень нравится. Приехал, покушал то, что тебе нравится, и уехал со спокойной душой, и еще и сыт к тому же. Ну и, безусловно, зарядился витаминами, полезными. Можно это брать с собой на работу, можно брать, давать ребенку эту в школу. Просто это все упаковывается, да. Да, я надеюсь, что все у нас получится, потому что я финики, но я просто надругался над ними, они превратились в какую-то кашу. Ты надругался, но так и должно быть. А, все, хорошо, я понял. Для того, чтобы лепить конфетки, нам нужны мокрые руки, потому что сухими, в общем, это несколько неприятно. Так. Да, и это все мы перекладываем в одну емкость. Сюда можно добавить, кроме кураги и фиников, чернослив, к примеру, можно добавить какую-нибудь сушеную клюкву. Ну, то есть вариативность большая у этих. Олег, я предлагаю тебе все это замесить. Так, я должен буду все замесить вместе. Пока что без муки, пока просто все это соединить, да, до однородности. То есть я выполняю сейчас роль блендера. Да, супер. Я чувствую себя итальянцем, который, знаешь, вот они вино там ногами специально делают, там виноград топчут ногами, а я вот, у меня маленький итальянец есть, и я вот такой так ногами. Вот, да, топчу. Да. И чуть-чуть облепихового экстракта мы сюда добавим для вкуса. Это облепиха и мед, по факту. Все. Как там, итальянец твой справился? Да, я не знаю, тебе судить, справился ли он. Или еще. Отлично. Что мы делаем дальше? Да, опять же, мокрыми руками мы начинаем эти конфетки склеивать. Олег, а пока я это делаю, пожалуйста, насыпь облепиховой муки вот в эту крышку. Это как раз нам необходимо для того, чтобы наши конфеты склеились. А ты знаешь, чтобы была обсыпка, чтобы они выглядели прилично, красиво. А, то есть это панировка. Да. Все. Можно использовать кунжут, семечки, любые, кстати. Можно использовать, что еще? Это все, что угодно. Все, что вам нравится. Это много или это достаточно. Все, отлично. Не зря мы здесь говорим, что облепиха это полезно. Здесь это и источник клетчатки. И можно, вот видите, добавлять выпечку, и добавлять в чай, и даже добавка в косметику. Так что, девушки, и, вдруг некоторые мальчики, вы учтите, что облепиха это не просто, да, полезная еда, но еще и вот можно как-то и себя украсть. Мы приготовили конфеты, теперь я предлагаю их красиво выложить и приступить к напитку. Конечно, да, мне все-таки интересно, что же это у нас такой за чай будет, облепиховый. Вкусный. Приступаем к напитку. Какие конфеты, да, без чая? Конечно. Тут на самом деле все элементарно. Вы берете свой любимый чай, может быть, это будет просто липтон из пакетика, но мы тут решили немножечко подзаморочиться. У нас будет крымский чай из крымских трав, да, собственно. Мы взяли вот такие фильтры, пакетики. Сейчас, Олег, прошу тебя о помощи. Там вот есть ложечка, да, и чай. Туда вот можно положить одну чайную ложечку. Вот в этот фильтр-пакетик, да? Да. Так, сейчас, давай. Ага. Все-таки тебе придется тоже мне проассистировать. Отлично. И хватит этого достаточно, да. Угу. Очень душистые. Но он пахнет летом, правда? Да, да. Хочется вернуться только не в городок, а в лето, где всегда тепло и не нужно ничего делать. Вот такой у нас чай. Оп.
А теперь просто вода. Слушай, удивительные рецепты у нас, да, сегодня? Вот это да! Ничего сверхъестественного, зато посмотрите, как смотрите, вот главный ингредиент этого чая – это концентрат облепихи с медом. Это тамбовская облепиха плюс тамбовский мед. Вот такая вот получается тамбовская полезная. Комбо. Тамбовская комбо, да. Мы это добавляем в чай. Буквально одной чайной ложечки достаточно, чтобы это превратилось в чай облепиха. Казалось бы, можно по-разному завтракать и использовать, конечно, постоянно колбасу, сосисочки, яичницу, бекончик. Опять себя чувствую негодяем, когда произношу такие вещи, да, в логове веганов. Но. Это очень интересно, особенно осень, действительно, очень яркий. Посмотрите, как выглядит, во-первых. Да, классно. Это, знаете, вот просто посмотреть на это уже поднимет настроение, особенно если какой-нибудь классный фрукт сюда порезать, да? Вот, пожалуйста, у нас получились конфеты и чай. Вот такой вот легкий десерт за 5 минут. Потрясающе, да, выглядит эстетически прекрасно. Ну, я думаю, что это на вкус, как будешь тоже пробовать. Все, да, замечательно. Ну, естественно, я не могу. Потому что, смотри, я вот как подозреваю, что вот ты проснулся утром, да, у тебя, возможно, плохое настроение, ты такой, блин. Ну, ладно, отвлекусь немного готовкой вот таких вот конфет. Уже отключил голову, сделал себе полезные конфетки и сделал себе вот такой чаечек, который твой глаз радует, если за окном, ну, жуть какая-нибудь там, пасмурная погода и что-то такое. И вот сейчас мне... Ну, я не могу устоять, я буду предвзят, скорее всего, в этом, но... Ну, чаек отменный, и тут, ну, никаких ожиданий других у меня не было, но что нам конфеты сегодня расскажут? Что же они нам расскажут? Ну, вообще необычно. Необычно. Я сейчас прожую, и как раз мысль до меня дойдет. Ну, знаешь, очень приятное сочетание сладости фиников и вот этой кислинки от облепихи. Да, вот эта посыпка решает на самом деле. И ты ждешь, что по вкусу сейчас будет одно, а она тебя как будто немного обманывает. Но хуже от этого не становится. И финики те же самые здесь чувствуются, и курага, правильно? Да. Курага здесь чувствуется. И знаешь, можно давать маленький секрет туда внутрь, например, кешью. О, тоже будет неплохо. В общем, на свой вкус. Тут можно варьировать как хочешь. Можно с детьми это готовить. Знаете, как они любят лепить эти конфеты? Да я тоже, мне понравилось. Что ж, с вами был Олег Рожков. И еще раз повторюсь, питайтесь вкусно и полезно, особенно осенью. Всего доброго.